Рамос, 14-й Касемиро, 19-й Лука. Два гола. На руках болельщики выносили, проводили голосование. Часто делают такие вещи. Проводили... Нравится, об этом тоже говорили. Мюнхенцы с мячом перед штрафной. Иско и удар по ногам. Относит Виктор Каши этот фол примерно метров на 5 от линии. Зато показывает карточку Артура Видаль. И сразу, по-моему, первое нарушение вообще за всю игру. И сразу показывает желтую карточку, то устанавливает очень. Подошел Робин. Не, Рибери подошел, да, тоже четвер. Роналду удар по воротам попал в стенку Видаля, который... Робин удар мимо ворот. Хорошая слева, уже третья или четвертая. Рибери. Пас. Здесь Левандовский забрал на себя двоих. И Алькантера мог на дальнем углу. Штрафной. Передача назад. Видаль. Удар в дальнюю девятку метил чилиец, но не попал. Неудивительно видеть такой Реал, который с готовностью отдает Баварии территорию. Нет, неудивительно. Нет, не в том-то дело, что неудивительно. Это было в первом матче. Но не потому, что они... Смотрим. Если, конечно, она забьет. Ну и вот начали разминаться. Не рано ли... Запасные на ногах, и здорово очень. Передача на Роналду, вырезал мяч. Дани Карвахаль, удар в дальний угол. Браво! Буатенга, а мы смотрим повтор Дани Карвахаль. Нойер. Близ в воздухе Карвахаль вновь. Мощный прострел, неудобно. Удар, добивание, и спасает Буатенга. Перспективным казавшийся тоже. Да и Нойер играет. Удивительно, но перед собой отбивает мяч. Видел, какой был оскок? Последний, именно последний оскок. Было. И то, что Бавария владеет инициативой, забыто. Но еще одна ошибка. Хумельса теперь. И тоже ошибается. Боже ты мой, что сегодня творится? Пас под удар! Кросс мимо ворот! Ну это не ошибка, это технический брак. Не ошибка. Ошибка, это можно ошибиться в передаче на 5 метров, ты отдаешь. А вот это момент для Криштиану Роналду. Он выходит один на один под углом. Бьет по воротам. Марсело уходит. И в центр кросс. Опасно. И Хумельс. Успендовский. И Алаба. Да, Алаба выше ворот. Причем, вот как это не назвать тоже ошибкой? Такая неточность. Я понимаю, он попал в перекладину. Вот это значит брак. А он попал вдвое, да? Как Видаль с пенальти в первом матче. 0-0. Но это очень сложно. Белонса, Видаль. Передача резаная. Да, заметил. Два партнера, Бензема и Роналду. Сам Марсело прошел. Дальше Криштиану. С мячом удар по воротам. Не попал. Звезды по-настоящему Касемиро. Подача друг другу мешают. Мюнхенцы. Удар кросса. И ноги. Левандовский не может сами зацепиться из-под ноги. У него выбивает. Выбивает мяч. Начал на перерыв. Уже? Да, вот так вот. Не успели оглянуться. Ничья 0-0. Но поверить в то, что этой арене уже 70 лет. Хотя, конечно, были перестройки к чемпионату мира 82 года и встреча между собой. 18-е. У нас 17-й год идет. Вот в среднем они играют раз в год. Ну, потому что, когда попадаются, то игра перестраивалась по ходу первого тайма. Перестроилась, да. Иско начал играть в ромбе, если мы говорим про ромб. Роналду штрафной, подача, попадает мяч в защитника. И Видаль встречает жестко, очень жестко. Ой-ой-ой. Два предупреждения получил, но у нас вот в этом эпизоде встретились обладатели желтых карточек. Здесь еще правее мяч установленный. Тоже можно бить поворотом. Нет, подача. Что-то сделают, да. Иско удар поворотом. Вот сейчас получилось, правда, заготовкой это не назовешь никак. Мяч вылетел из толчи, попал на ногу Иско, и тот очень неплохо пробил в ближний угол. Мы вспоминали его два гола. Рибери, Алаба оттолкнул. Модрича передача. Робин. И это не гол. Это не... Великолепный момент, да. Вот, остался чуть сзади мяч. И он уже его выковырил, так скажем, из-под себя. Поэтому мог сделать, но успел все-таки. Снова Робин. Но это похоже на пенальти. Арьен Робин. Зарабатывает 11-метровый. Мы видели в первом матче несправедливый пенальти в сторону Реала. Там не было игры рукой. Это потом все признали и вновь заговорили о видеоповторах. Но сейчас, похоже, все-таки опаздывает защитник и попадает Робину по ноге. Смотрим. Мы-то можем. Еще важно, что Каши не показал Касемиро карточку. А такое тоже могло быть. Там была бы вторая.
Но оставим это дело. И разбег, Левандовский, удар, гол! 1-0 Бавария, 2-2 в пользу мадридского Реала. Но это уже не 2-1. Вот это уже становится интересно. Вот это уже интересно. Один гол, и все переворачивается. Еще раз напоминаем, 2-2 именно в пользу Реала. С мячом Лам рядом, тормозит Арин Робин. Передача, красота какая, Видаль! И нет офсайда, и Артура Видаль очередной свой шанс упускает. Как же зачерпнул туда аккуратненько, подал буквально. Как хлеб-соль, вот этот мяч Видалю. На эту тему больше не будем, спорили в первом тайме. Эту неточность Робина уже волной. Да-да-да, Филипп Лам с мячом. Подача. Рибери кладет корпус, удар по воротам. Ну, это высоко встречает. Атаку соперника. Прессингует Реал. Бавария прессингует Реал. Ну, они... Робина. Вот сейчас это может быть опасно. Убирает мяч Ариен. Подача. Ну и в итоге Левандовский не дотянулся до этого мяча, до точки прилета, и вынужден был сзади играть, и нарушил правила против Начо. Но пас Робина справа — это событие. Мы уж не ожидали, что будет опять убирать под левую, а он убрал под правую и кое-как нападал. Передача в штрафную. Левандовский прорывается. И в итоге на какие? Это по следующей паузе. Пока что Иско получает передачу. Тоже не очень удобную. И карточка для Чави Алонсо. Да, замена сегодня. Интересно, да, посмотреть на замены сейчас, наверное, прежде всего. По-моему, Реал Мадрид готовит замену. И готовится Лукас Васкес. Интересно, во-первых, кто выйдет у Баварии, кто уйдет. Вот эта большая скученность, так скажем, скопление футболистов помогли. И желтая карточка теперь Хумельсу. Модрич две карточки соперникам заработал, ну и отдохнули. Но он готов поменять две карточки на один. Я бы назвал это 4-4-2, 4-2-3-1, наверное. Подача, Роналду, гол! Криштиану Роналду забивает Томас Мюллер. Перед этим не смог зацепиться за мяч. Опять Роналду, третий гол в этом четвертьфинале. Величайшего игрока мадридского Реала. Уже можно об этом говорить. При всем том, что сделали футболисты эпохи Зидана до них еще 50-х годов, выигравшие 6 кубков чемпионов, все равно Роналду уже сделал для Реала забивать. Еще одна подача, скидка, опасно вновь. И мяч летит в ворот. Это гол! Это автогол! И 2-1 Бавария выходит вперед. Неужели количество ошибок, неточностей, крохотных в итоге перешло? Ну, пожалуйста, а сейчас Мюллер сделал скидку грудью, после которой свои ворота забили игроки Реал Мадрида. Неважно. Снижает его Алькантера, кросс назад. Здесь Дуглас Коста, удар по воротам страшнейшей силы, но очень высок. Марсело. Высокий навес, и оттуда удар в ближний угол. Красивый Лукаса Васкеса. Передними ножницами, если угодно, он подпрыгнул, и вот этот... Красивый, но не точный, к сожалению, для Реал Мадрида. Ну, а теперь Артура Видаль все-таки уходит с поля. Артура Видаль уходит с поля. Этого сразу не отследили режиссеры. Но по взрыву было понятно, что произошло что-то серьезное. Видаль нарушил правила грубо, по мнению Каши. И убирает руки за спину нарочито. Подбор Модрича, удар мимо. Да, за Баварии будет сложно. То есть вот я думаю, что вот это вот то, что мы увидим в дополнительное время, вот такие атаки. Это, конечно, не помешает. Туда, в его точку, будет мяч послан. Вот он, Серхио Рамос, и вот он удар. Но последняя секунда регламентированного времени даже не стал требовать мяча в воздухе. И напомним, что забили на 53-й минуте с пенальти Роберт Левандовский, на 76-й Криштиану Роналду. И голландец пасует назад. Будет подача или нет, попал мяч. Эйца очень рассчитывала на свой момент. Без подача, опасно, не долетел Асенсио. Удар в дальний угол от Марсело. А им не услышалось, наверное. Вне игры, наверное, даже было. Ну, тут еще и вне игры, да. У Криштиана, если он поляка мяч, когда
Серхио Рамос переправил в сетку своих ворот Роналду. Удар по воротам, Нойер. Очевидно, что момент. А сейчас хватит ли сил? Да. Дуглас Коста прострел. Не хватает точности. А там идеальным должен быть этот удар. Асенсио, удар в ближний угол. Нойер. Сильный этот мяч. И в самый угол ворот. Здорово. Быстро, очень быстро обработал. Первым касанием. Два быстрых касания. Раз, два. И здесь мяч остается в атаке. Лукас Васкес. Роналду просит еще один пас и бьет с хода. Уже интересно. Вот именно болельщикам, я думаю, теперь уже зрителям стало интересно. Ну, кстати, если посмотреть на игру. Кимих. Подача опасна. Влетел. Выше ростом Хумельса, то не намного, а может быть даже и чуть пониже. Не самый высокорослый вратарь. Уже и Рамос. Ох, какая передача. Удар Роналду. Четвертый гол в противостоянии с Баварией. Опять он штрафной, опять его не могут закрыть. Вот это ошибка. Вот это ошибка защитников. Вот это надо говорить, что это ошибка. Это не технический брак. Вот это ошибка. Оставлять Роналду одного на 10-метровой отметке между там, двумя или тремя защитниками. Вот это ошибка. 99-й. Карвахаль сегодня проходил по центру. Марсело вышел 1-1. Передача, пустые ворота. Мячей ворота Баварии забивает Криштиану. Ну и Марсело однажды заманили центрально фланговый защитника в центр. И он там потерялся, не понимал Карвахаль, как завершать. Марсело не из тех. Он феноменально владеет техникой. Он прошел, прорезал центр обороны и сделал передачу. Идеально, все, конечно, своей смелостью. Марко Асенсио, еще одна контратака, догоняют его, но пропускают дальше. Асенсио забивает. Это 6-3 по сумме двух матчей. Это конец. Это мадридский Реал, который как только получит шанс воспарить над всем миром, он им пользуется. Это Реал Мадрид. Ну и красавец гол от Асенсио, который